Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Вышла прогуляться вокруг дома, по району. Новые цветочки. Я несколько дней не выходила, потому что у нас дожди были. Была очень плохая погода. Такие бутоны на розах. И вот я вижу первую розу в этом году. Вскрывается бутон. Ирисы отцвели. Ирисы уже все отцвели практически. Как все быстро весной. Нашла три молодых акации в районе в нашем. Акации цветут еще. Да, на таком ветру трудно что-то снимать. Плохо получается, мотыляется туда-сюда. Ну, конечно, это скромные деревца. На больших взрослых акациях красивее, конечно, там крупные гроздья. В городе вообще-то очень много акации. Тополь, акация, вязы у нас очень хорошо растут. Ну, каштаны тоже. Но в нашем районе акации мало. Он уже облетает лепесточки. А это я уже подхожу к дому, к своему. И вижу вот такую красоту. Чудо какое. Нашла в интернете. Это такой сорт пиона. Огромный, больше руки размером. Огромные такие. Кусты роз высоченные. О, доцветают еще ирисы.